Гаррі Табахом, капитаном первого ранга ВМС США у відставці, військовим експертом. Господин Гаррі, я вас приветствую. Приветствую, приветствую, Украина. Что ж, видим, что США продолжают нам делать поставки оружия, собственно, чему мы, конечно же, рады очень. Но вот передают сейчас более для обороны, собственно, оружие. Хотя раньше мы слышали заявы на разных собраниях, в том числе в Германии, когда на Рамштайне собирались, что нам нужно очень именно оружие, которое мы можем применять в контрнаступлениях. Но пока видим, что такого нет. И по вашему мнению, усилятся ли, увеличатся ли поставки, собственно, именно такого оружия, которое нам очень необходимо? Я очень надеюсь на это. И многие из нас здесь, у нас целые команды, целые группы. Сегодня, например, у нас будет в Майами огромная демонстрация в то, что ускорить помощь Украине и перестать играть в политические игры, как в Соединенные Штаты, а за Соединенными Штатами, конечно, повторяет и вся Европа, говорят, обещают, но уже скоро третий месяц войны, и поставки эти мизерные по сравнению с тем, что необходимо Украине. К огромному сожалению, один из наших сенаторов опять затормозил поставки ленд-лиза. Это займет пару дней, чтобы обойти его или чтобы дать ему то, что он хочет. Это один из наших сенаторов. Вот когда говорят, что я трампист там или республиканец, это как раз республиканский сенатор. Он это делает для он такой у нас немножко Жириновский. Он делает это для своих политических целях. И он требует, чтобы за этими поставками следил за это наш федеральный ревизор по-русски будет. И, конечно же, это затормозило на пару дней, потому что, опять же, в Украине происходит коррупция. И мы знаем, кто уже трубил последний месяц, что коррупция в Украине. Вот это вот такие, которые как бы за Украину, все время говорят, что это за Украину, но подсовывают вот такую, как бы говорится, нехорошую вещь в Украине. И вот такие сенаторы, они хватаются за это и начинают тянуть одеяло на свое тело для своих там политических бенефитов, для своих политических целей. Ну и также мы сегодня уже слышим очень часто такие огромные ваши комментаторы, эксперты, которые, кстати, не служили ни одного дня в армии, говорят, что Украине помогла Соединенные Штаты Америки, разведка. Они говорят это как факт, потому что они услышали это из рупоров Демократической партии, как CNN и New York Times. Но это все равно, что я услышал на канале у Медведчука и говорю, что это украинцы говорят. Ну вот они говорят, что это из американских СМИ, что это американская разведка помогла уничтожить российских генералов, российские корабли и все остальное. Конечно же, они не знают этого, ни CNN, никто, какие разведки чем делятся, и ваша разведка это не подтверждает. Но результат опять, что уже американские разведки вышли и сказали, никакой информации с Украиной мы делиться не будем, которая имеет отношение к положению высоких чинов российских и объектов интереса на российской территории. Будут они или не будут, не знаю, но это уже вот эти патриоты, как бы, они подставляют Украину, но их все слушают, им все аплодируют, и просмотров миллион, как говорится. Но опять же, я призываю всех быть аккуратными и слушать только факты, а не фантазии, которые потом вредят Украине из-за этого. Не поспоришь с вами. Вот хочу как раз вернуться к вопросу господина Пола, которого вы уже упомянули. Собственно, хочу добавить информации для зрителей, чтобы понимали, о чем мы говорим. 40 мільярдів на допомогу Україні загальмували. Вночі 11 травня Палата представників США підтримала рекордний пакет підтримки для України. Цього тижня Сенат мав завершити розгляд питання і законопроєкт мали передати на підпис президенту Джо Байдену. Але сенатор-республіканець Ренд Пол загальмував виділення Україні 40 мільярдів доларів. Він виступив проти, вимагаючи зміни
недоформулювання у законі. Зокрема, наполягає, щоб до законопроєкту додали пункт про запровадження контролю за грошима та зброєю, які США надсилають Україні з боку спеціального генерального інспектора. Далі є цитата. Ви не повинні виділяти всі 40 мільярдів доларів без будь-якого нагляду. І маючи спеціального генерального інспектора, як ми робили це в Афганістані, це не зупинило всі розтрати. Це принаймні змушує зловмисників двічі подумати про викрадання грошей. Не можна рятувати Україну, прирікаючи економіку США. И вот, собственно, вот эта вот позиция Пола, это какая-то подготовка к выборам уже, возможно, будущим в Америке, попытка как-то, скажем так, расшатать ситуацию, или он действительно не доверяет, например, нашей власти и считает, что у нас тут чуть ли не деребанят деньги, которые нам присылают Соединенные Штаты Америки? Я думаю, я не знаю, что сенатор Рэнд Пол думает, но я скажу, что я думаю, и почему это происходит. Я думаю, что, вот, например, я лично не доверяю ни украинским властям, особенно сегодня при войне, и я скоро выпущу специальную программу, которую я сам сделал, как мы следим за тем, что происходит, и как мы передаем вещи в Украину. Но я, опять же, это я думаю, а не он думает, что он не доверяет нашей власти, сегодняшней демократической власти, той, которая сидит в Белом доме, потому что она была, и вот уже показано, замешана в коррупции в Украине. И мы так это называем, кормушка для свиней. И он говорит, что это будет кормушка для свиней, где опять они начнут дербанить, потому что демократическая партия в сговоре с украинскими властями, с украинскими коррупционерами. И мы это можем видеть, и это там госпожа Пелоси, и ее родственники, и даже вот недавно выступал бывший господин Квашневский, брат президента Квашневского. Они все были, если вы их наберете, наберете Буризма, то они все оказывались, были там. И вот Рэнд Пол, сенатор, говорит, я хочу, чтобы за этим следила наш ревизор. Поэтому он где-то, я понимаю, что он прав, но я с ним не согласен. Опять же, это мое мнение, где он и где я, это огромная разница. Надо это понимать. Но сегодня при той ситуации, которая находится, и пролитие огромной крови со стороны Украины, сегодня, наверное, коррупция должна занимать какое-то там, ну, чуть дальше место. Это не приоритет. Мы потом разберемся, кто чего, где ставил мины, почему мосты не взрывали, куда пошло это, куда пошло то. Но сегодня самое главное – это победа. Победа Украины. И чтобы разбить и выгнать эту мразь с вашей земли. Но он использует, конечно, он политик, как и все политики. Он использует это для своих избирателей. Он показывает, вот как что раз вот он... вопрос возникает. Не станет ли Украина жертвой вот этих вот баталий между республиканцами и демократами? Не поставит ли это под вопрос вообще осуществление поставок ленд-лиза? Потому что вот эта вот помощь, это один из пунктов. Нет, ленд-лиз пойдет и помощь пойдет. Просто это вопрос времени. Ну, как говорится, время – деньги, да? Но в вашей ситуации время – кровь. Вы проливаете каждый день кровь, теряете этих бойцов. И некоторые, вот вчера у меня был спор, потому что один из самых знаменитых, как вы представляете его, журналисты, специалистов или экспертов, его по всем вашим программам крутят. Он говорит, что да, вот пойдет ленд-лиз, это выиграет, потому что сегодня в 21 веке выигрывают не люди, войны, а технологии. И вот когда американские технологии поступят, то он уже, это воняется расхятиной очень сильно, он уже ворует вашу победу. Вот когда они говорят, что это американская разведка дала все эти данные убить генералов и потопить корабли, и вот сейчас вы выиграете благодаря Америке, потому что мы вам поставим эти технологии. Нет, это неправда. Это то, что у нас называется stolen valor, украденная доблесть. Воруют вашу доблесть для демократической партии, для выборов в ноябре. Что это, мол, эта администрация вот вам дала, и вот поэтому вы выигрываете, поэтому разбиваете. Они уже начали, хотя еще ленд-лиз даже не поступил. И все аплодируют этому человеку, потому что здорово, потому что это очень хорошо. Слушайте, просмотров много, и лайков много, и все остальное. Нет, опять же, призываю, слушайте, потому что когда говорят,
Ну а что американская политика, демократы, республиканцы, какая нам разница? Большая разница, потому что одни делают одно, другие другое. Даже в эти, то, что было проголосовано, опять же, Рэнд Пол — это один человек, это один из ста, потому что 100 сенаторов со стороны республиканцев. Поэтому это один человек. И надо смотреть, а вот как голосовали, а голосовали как раз, чтобы демократы, они больше склоняются к тому, чтобы было больше гуманитарной помощи в Украине, а республиканцы больше склоняются, чтобы было больше военной помощи в Украине. Ну и, конечно же, это все стоит Украине. Опять же, это какую цену вы заплатите. Вы конечно, выигрываете, вы победите. И пойдет вам и ленд-лиз, и все это пойдет. Но какой ценой? И каждый день цена очень огромная. Но в этом и ваша вина. Потому что у вас очень много в эфирах занимают вот эти, которые говорят, что Америка дала вам то, что Америка вот дала вам информацию разведок, то, что секретная информация. Вот я, например, это не знаю, хотя у меня был очень высокий допуск секретности, когда я был на службе вооруженных сил США. Но люди, которые ни одного дня вообще ни в какой армии не служили, вот распространяют такое. Потом возвращаются наши службы разведывательные, говорят, нет, этого быть не может, потому что мы не хотим быть вовлечены в это. Знаете, как израильтяне надо поступать, мы не знаем. Может, мы, может, не мы, не знаю. Но вот так вот откровенно говорить это, я считаю, что это преступление против Украины. Точно так же, как комментировать постоянно про то, что происходит в Мариуполе. Потому что я лично сам участвовал в освобождении заложников. Я знаю, насколько это хрупко, насколько это чувствительно все. И надо быть очень осторожным, когда ты комментируешь про такие вещи. Потому что страна, которая находится в оппозиции, использует каждого комментатора. Вот Табах сказал, начальник штаба НАТО в России, командир антитеррористического НАТОвского центра, он сказал то-то и то-то, и они начинают это использовать. Хотя я уже никто, в том смысле, что я в отставке давным-давно, я не имею никаких командных позиций или какого-то секретного допуска к чему-то. Но они это используют. А вы, когда эти комментаторы так безответственно комментируют только для того, чтобы было больше просмотров, и для того, чтобы их больше знало людей, славы, и, может быть, они еще кто-то им платит, я не знаю, у меня доказательств нет этого. Но соросятина от них пахнет сильно. Это безответственно, и это стоит очень много жизней, украинских жизней, тех, которые сегодня дерутся за всех нас. Господин Гарри, ну, справедливости ради, к сожалению, не удалось нам, наверное, до конца приучить всех к так называемой информационной гигиене, например, и сейчас некие плоды пожинаем, но надеемся, что хотя бы в такое сложное время люди научатся тоже искать источники информации правдивые. Извините, что я перебил. Это в первую очередь ваша ответственность. В первую очередь ответственность журналистов, у которых есть этика журналистская, которые понимают, которые должны тоже участвовать. Вы журналисты, вы разведчики. Вы проводите журналистские расследования. И вы должны относиться к этому, я не к вам лично, и не к апострофу, конечно. Но я в целом говорю, что это очень большая ответственность ложится, если не огромная ответственность ложится, на журналистов и каналы, которые это создают. Я понимаю, что это тоже им нужны и просмотры, и все остальное, но сегодня идет война, и каждое слово может стоить жизни ребенка, гражданского человека или воина. Если Америка поставит, когда вам поставят все это необходимое вооружение, но у вас не будет воинов, которые смогут этим управлять, то оно просто металлолом и железо, которое вам ничем не поможет. Абсолютно с вами согласен. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Від 10 до 14 крилатих ракет щодня випускає Росія по об'єктах інфраструктури. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. За словами Залужного, останнім часом окупанти використовують надзвукові протикорабельні крилаті ракети типу Х-22, бо їхня авіація несе великі втрати. Додам, що з початку війни Росія застосувала понад 2000 ракет по українських містах. Господин Гарі, от о чому, собственно, свідетельствує тот факт, що Росія все чаще починає використовувати ракети
которыми стреляют по нашим городам мирным, те, которые предназначены для стрельбы по кораблям. Неужели ли в России заканчиваются обычные крылатые ракеты? И могут ли они закончиться вообще? Вот я, конечно, не ракетчик. Я больше, ну, десантник, могу об этом комментировать, но про ракеты там это не моя тема, конечно. Но я могу сказать одно, что, опять же, это безответственность многих комментаторов, экспертов, я не знаю, как вы их называете, которые говорят, о, у них скоро закончатся ракеты, о, там, Путин завтра умрет, через месяц умрет, или что-то его сместят, или там заговор. Не знаю это, но для заголовков они это делают, и это продолжается уже несколько лет в некоторых случаях. Но ракеты пока что у них не заканчиваются. Они переходят то к старым ракетам, потом опять к новым ракетам. То, что Россия использует противокорабельные ракеты противоназемных целей, это да, это есть. Это было такое в доктрине Российской Федерации и Советского Союза. Они делали все, ну, они совмещали, как и все остальное в Советском Союзе совмещались. Они могли там в Хрущевке совместить туалет с кухней и так далее. Они совмещали стиральную машину с пылесосом. Часто это было, что нас заводило иногда в тупик, мы не понимали, зачем они это делают. Но они совмещали, они таким образом, я думаю, экономили, что можно воевать этим оружием и тут, и там. Это бывает во время вооруженных сил, но пока что обстрелы идут. И те, которые говорят, что у них ракеты заканчиваются, я хочу, чтобы их предсказание уже случилось, потому что они говорят, что они заканчиваются, но почему-то обстрелы Украины происходят каждый день. Ну и, конечно, я думаю, они переходят понимая, что уже они не выиграют, понимая, что они нахрапом Украину не смогли взять даже с этим скудным оружием, которое было у Украины. И сейчас, когда придет западное оружие, ну, уже приходит какая-то часть, ну, не самая большая, но какая-то часть приходит, и из Европы, и из Америки гаубицы какие-то поступили. Но они понимают, что сейчас будет аваланж всего этого, что сейчас будет больше, чем вам вообще нужно будет, потому что это будет огромный влив оружия. Они понимают, что они проиграли эту войну. Это как немцы все понимали после Сталинградской битвы, что они войну... Это только теперь время, вопрос времени, когда они падут. И это теперь вопрос времени, когда Россия падет, и ее армия, так называемая, будет изгнана с территории Украины и дальше. Поэтому они переходят, как и в Израиле, когда огромные арабские армии поняли, что они не могут разбить Израиль, они перешли к другой схеме, они перешли к терроризму. И вот Россия переходит к этой террористической такой войне, где они грабят, где они убивают, где они мародерствуют, насилуют и пуляют ракетами, куда попало. Поэтому они попадают и в родильные дома, больницы, церкви, школы. Каждый день попадают они в гражданские структуры, в гражданские институты, потому что, конечно же, грубейшее нарушение Женевской конвенции и военные преступления. Они уже поняли, что они абсолютно военные преступники, что уже некоторые страны их даже вписали в страну террористов. Вот я жду, чтобы Соединенные Штаты это тоже сделали, потому что все равно мы лидер, все равно все повторяют за Соединенными Штатами. И надеюсь, что это произойдет скоро. В принципе, они перешли к террористической форме войны. Вот по поводу советской техники как раз интересный факт. Наша разведка сообщала, что якобы из-за санкций и из-за того, что Россия больше не может делать технику, используя составляющие с Соединенных Штатов, с других стран, они начали доставать какие-то чипы, какие-то провода с телевизоров, с холодильников, с микроволновок. Вот, соответственно, вопрос. Как может ли вообще военная техника, такие как танки, машины пехоты, ездить на вот имея комплектующие с обычной бытовой техники, которая у нас на кухне стоит? Я понятия не имею. Я не уверен, что ваша разведка это сказала. Я думаю, что это вы, журналисты, любите так это сделать. Я думаю, что разведки, пока что украинская разведка молчит профессионально, и это правильно, она не должна докладывать, что происходит. Но это, конечно, интересная история, это здорово, что это интересно, я тоже такое слушал. Я не понимаю, как это возможно брать чипы из гражданского какого-то аппарата,
аппаратуру и вставить это в военную аппаратуру, потому что это все равно бы чипы были двойного значения, они бы должны были контролироваться. Поэтому даже если они есть в каком-то утюге в России, который они купили в Китае, то я не думаю, что этот чип функционирует или это реально восстановить боевую технику в массовом порядке, в таком, как они привыкли. Я думаю, что все-таки они продолжают работать вот 50-ми годами, где они крутят, где у них рычаги за место кнопок или как, знаете, как по скрину, по экрану просто пальцем показывать. Я думаю, что эти от холодильника они не заменят такие технологии, даже если Китай им будет поставлять. Но сегодня мы даже слышим, что Китай уже понимает, что с Россией связываться нельзя, и от России надо стоять как можно дальше, потому что тебя просто цивилизованный мир не поймет. Они изолированы. Россия изолирована сегодня, и никакие холодильники и стиральные машины им не помогут. Ну вот, собственно, еще о людях хочется поговорить, ну, точнее, если их так можно назвать, о мобилизации в России, которой по факту открытой нет, но есть скрытая. И сейчас я добавлю информации, на территории России почали проводити приховану мобілізацію. Підтвердження цієї інформації вже має українська розвідка. Про це в етері єдиного телемарафону заявив голова головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов. Він каже, мобілізацію проводять двома шляхами. Перше – це фактичні дії, а друге – використання резервістів. Останніх залучають до виконання бойових дій на короткострокові контракти. В Україні вже навіть є полонені росіяни, яких привезли воювати саме за такою системою. На відкриту мобілізацію РФ, каже Буданов, не наважується, бо в умовах накладених санкцій економічні удари будуть важкими. Крім того, населенню буде складно пояснити, навіщо це потрібно, адже в офіційних заявах керівництво України заявляє, що все йде добре. Також, за даними розвідки, у Росії почали замислюватися про зміни в законодавстві. Передусім, хочуть зробити так, аби призов можна було оголошувати не двічі на рік, а у будь-який час. Господин Гаррі, об'явлення у мобілізації в Росії ми ждали, чесно говоря, ще 9 мая. И, собственно, мы ждали чего-то грандиозного в этот день. Мы думали, что этот парад в Москве, парад Победобесия, как мы его называем, он будет просто каким-то... Россияне его не забудут никогда. Но по факту, как говорят, опять же, сами жители РФ, что парад был скудным, речь Путина была абсолютно негромкой и не присущей ему. И, собственно, объявление мобилизации так и не случилось. Мы видим, что скрытая мобилизация так и происходит. По вашему мнению, много ли граждан России вот, реально сможет дать им оружие в руки и отправить воевать в Украину? Нет. Не смогут. Это я не понимаю. Мы уже где-то в 70-е годы поняли, что в сегодняшнем современном мире солдаты, воины должны быть профессионалами. Ты не можешь взять человека с улицы и через 3-4-5 месяц, неделю, причем того, который не хочет это делать и не понимает, зачем он делает, и сделать из него солдата. Нет, сегодня солдаты – это люди, которые должны обладать высокими технологиями. Это ребята, которые знают, как работают компьютеры, которые имеют какое-то образование. А вот эта орда, ее просто покосят, как капусту пошинкуют. Из них делают кровавый винегрет сделать. И вы это, кстати, показываете довольно-таки очень здорово. А тем более, когда у вас будет высокоточечное современное оружие. Ну вот даже поэтому эту мобилизацию, что они проводят, ну, во-первых, мобилизацию проводят, когда на тебя напали. Вот Украина может провести мобилизацию, хотя она не проводит ее. А когда ты на кого-то нападаешь, а это явно ты нападаешь, и я не думаю, что в России уже столько идиотов, потому что у меня тоже есть там связи, и все. Но все уже говорят, что ну понятно, что нахрена мы туда полезли, и вообще зачем это нужно, и какой там, вообще какие там фашисты, о чем вообще идет речь, да? Там сменилось 5 президентов, и ни одного из него не убили, не посадили в тюрьму, а у нас все один сидит, вот этот освободитель русского мира. Конечно же, люди не идиоты сегодня с интернетом, со всей информацией, которая доступна. Конечно, есть там идиоты, которые пойдут на это, но это дебилы. А дебилы воевать не могут. Сегодня солдат должен быть высоко мотивированный и хорошо образованный.
и то, что показывает Украина вот сегодня как раз. Поэтому это бестолково. И вы даже мы видим, вот сейчас показали вы кадры этих солдат, которые идут. Но вы же видите, что это не солдаты, это гражданские люди. Причем они идут в каких-то сапогах, еще советских, по-моему, в этих кирзовых. У них мешки, по-моему, Первой мировой войны. Вот эти, мой дедушка с войны принес такой мешок, где они там сухари держат или еще что-то. Это не воины, это не воины. Это арабские, это рабы и крепостные, которых просто гонят на убой. Поэтому это... Если идет вот эта скрытая мобилизация, что в России, конечно, это запросто можно сделать, не надо не объявлять ничего, просто на работе прийти и сказать, все, ты теперь солдат. Она не поможет, она наоборот ухудшит. И я всегда говорил, тот военный сегодня, который не хочет быть военным, он принесет больше вреда, чем пользы вооруженных сил сегодня. Они будут портить технику, они тупые, они будут ломать, у них что-то взорвется, у них что-то загорится. И они только приносят вреда. Они не хотят это делать. Для того, чтобы быть настоящим воином, ты должен хотеть это делать. И должен быть высоко мотивированный человек и хорошо оплаченный. Я благодарен вам за этот разговор. Благодарен, что вы нашли время и присоединились к нашей студии. Гарі Табах, капитан первого ранга ВМС США.